Конкурс открыток, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Подмосковье 10 февраля. За месяц более 1000 жителей региона прислали свои работы в адрес оргкомитета. Главной целью конкурса является повышение интереса детей и молодого поколения к изучению героического наследия своей страны и объективному пониманию ее истории. Прием заявок и творческих работ осуществляется до 20 марта. К участию приглашаются жители Московской области от 7 лет и старше. Работы можно принести в любую приемную партии «Единая Россия» или отправить по электронной почте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.